и, собственно, донести до граждан Молдовы тот факт, что политическая партия, которая была создана полтора года назад, называлась «Народное движение за таможенный союз», несколько месяцев назад провела съезд, на котором было принято решение изменить название и внести некие дополнения в программу партии. В настоящее время политическая партия называется «Русско-славянская партия Республики Молдова». Это решение было принято по объективным, на наш взгляд, причинам. Мы участвовали в парламентских выборах 2014 года в составе блока, избирательного блока «Выбор Молдовы. Таможенный союз». На этих выборах мы получили 4,5%. В ряде населенных пунктов в Российской Федерации получили 63%, в ряде населенных пунктов на севере и юге Молдавии 30, 35, 20, разные проценты. Но в целом результат достаточно неплохой, учитывая тот факт, что мы впервые участвовали в выборной кампании. За истекший период времени, конечно же, участвовали во всех протестных мероприятиях, организованных левыми партиями, самостоятельно организовывали протесты, митинги, связанные с ситуацией, которая сложилась, в общем-то, непростая в Молдове в части повышения тарифов в связи с тем, что освещено достаточно масштабно, с сентября начиная и практически до января месяца мы участвовали во всех протестах.